Эти личинки, черные львинки, имеют невероятную ценность. Около 400 тысяч личинок могут содержаться на площади 7,5 квадратных метров. Они растут очень быстро, питаются отходами, а после сбора и сушки сухая масса содержит 35% жира и 40% белков. Многообещающий источник корма для животных. В 2006 году два брата основали в Германии компанию «Хеметция» с целью производить богатый белком корм для домашних животных из насекомых. Но им понадобилось 10 лет, чтобы найти первого инвестора. Проблема заключалась в отсутствии знаний, технологий и законов. Таким образом, предприниматели сами стали специалистами в этой области. Развили сотрудничество с различными исследовательскими институтами и университетами и прошли много этапов, чтобы получить разрешение на внедрение своего продукта. Начиная с 2011 года, результаты исследований стали подтверждать благоприятное воздействие корма из насекомых на проблемы с кожей у собак. Вместе с публикацией отчета FAO за 2013 год о возможности применения насекомых в пищу, это вызвало изменения в восприятии потребителей. В настоящее время Хеметция является ведущим производителем насекомых в Германии, где работают 50 ученых, инженеров и квалифицированных рабочих. Они хорошо зарекомендовали себя, и многие международные ученые посещают компанию, чтобы перенять их опыт. Прямо сейчас их инновационный продукт получил разрешение для использования в качестве корма для собак и рыб, но в будущем он также может быть разрешен в качестве корма для скота. Тем самым преодолевается дефицит рыбной муки, вырубка леса для производства сои и сокращаются выбросы углекислого газа. Более того, поскольку во всем мире насчитывается около 2 миллионов различных насекомых, потенциал этого неиспользованного ресурса огромен. Thank you.